Всем привет! Это программа «Личные деньги». Заработать деньги мечтает, разумеется, каждый. Ну, желательно, чтобы еще и полегче было. Но без знаний в этом деле никак не обойтись, поэтому сегодня я расскажу вам о некоторых финансовых инструментах, которые позволяют эффективно получать прибыль на фондовом рынке. Заморское слово «опцион» часто звучит даже в кино. Оказывается, это довольно интересный инструмент для работы на фондовом рынке. Как поживает портфель телеканала в сложный период? Об этом расскажет наш брокер, который недавно вышел из отпуска. Количество мигрантов в России планируют резко сократить с 15 миллионов до 1 миллиона 700 тысяч человек. Об этом заявил председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов. Мигрантам могут запретить работать в сферах строительства, ЖКХ и торговли. По мнению политиков, это правильное решение, способное решить проблемы трудоустройства коренного населения страны. Демарш против трудовых мигрантов начался после того, как глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая предложила запретить трудовым мигрантам работать в сфере розничной торговли. Банки намерены улучшить условия по ипотечному кредитованию. За последний год объем сделок по ипотеке на первичном рынке превысил количество выданных кредитов по вторичному рынку. Если на первичном рынке ипотека сегодня достигает 50% от всех сделок, то на вторичке только 30%. Такая ситуация рождает желание банкиров нажиться на ипотечном кредитовании. Сейчас многие банки снизили процентную ставку по кредитам на квартиры в новостройках до 11,5% годовых. При этом первоначальный взнос в некоторых случаях составляет всего 10% от стоимости квартиры. Правда, сроки кредитования не превышают 7-10 лет. В некоторых банках кредитная ставка опустилась еще ниже, до 10% годовых. Сроки кредитования тоже короткие, 6-7 лет. Да и порог входа немаленький, до 50% от стоимости. Некоторые банки предлагают невысокие проценты на длительный срок, но под квартиры только от определенного круга застройщиков. Между тем, граждане не спешат брать ипотечные кредиты. Многих настораживает нестабильная ситуация в экономике. Также людей беспокоят возможные валовые сокращения персонала и возможная потеря рабочего места. Россияне совершили 8,5 миллионов турпоездок за рубеж. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост почти на 32%. Тенденция понятна, на Сочи по нынешним временам хватает не у всех. Однако возросшее количество поездок туроператоров почему-то не радует. Из-за переизбытка авиаперевозок и конкурентных войн туристический рынок погряз в демпинге. Ниже себестоимости продается порядка 40% турпакетов, в том числе 20-25% даже не дешевле перелета, а просто по символическим ценам, лишь бы взяли. Вот туристы и брали, даже те, кто вроде бы и не собирался ехать за границу. То есть высокий спрос на туристическом рынке обусловлен вовсе не платежеспособностью потребителей, что не создает условия для прибыльного бизнеса. Первая десятка самых популярных направлений не меняется уже много лет, хотя внутри нее происходят перестановки. Бессменный лидер – Турция, на втором месте – Египет. Впервые вошел в тройку лидеров – Таиланд. Четвертое место заняла Финляндия. Ну, за это спасибо питерцам, они туда как на дачу ездят. Пятую строчку рейтинга самых популярных направлений занимает Китай. Все новое – это хорошо забытое старое. Для кого-то слово «опцион» в новинку, но на самом деле это один из старейших рыночных инструментов, который берет свое начало аж с 17 века. Когда-то, давным-давно, веке этак в 17-м, в Голландии случился тюльпановый бум. Цветы были нужны всем, от мала до велика. И тогда торговцы придумали специальные контракты, по которым можно было купить цветы в определенное время по определенной цене. Назвали контракт опционом, и до наших дней этот инструмент дошел практически без изменений. Действительно, суть современного опциона осталась прежней. Владелец опциона имеет право купить или продать товар в определенное время по определенной цене. Разумеется, актив, который лежит в основе опциона, не обязательно должен быть реальным физическим товаром, допускающим поставку. Как и в случае фьючерсных контрактов, распространены опционы на процентные ставки или курсы валют. В этом случае вместо поставки товара осуществляются расчет и выплата прибыли убытков в денежном выражении. Кроме классических опционов, существует
Существует ряд и более сложных опционов, некоторые из которых являются экзотическими или ванильными. Биржевые опционы являются стандартными биржевыми контрактами. Они обращаются так же, как фьючерсы. По биржевым опционам клиринговой палатой ведется учет позиций участников по каждому опционному контракту. То есть участник торгов может купить один контракт, и если он продает аналогичный контракт, то его позиция закрывается. При заключении сделок участниками торгов оговаривается только величина премии по опциону. Все остальные параметры и стандарты установлены биржей. Публикуемой биржей котировкой по опциону является средняя величина премии по данному опциону за день. В принципе, ничего сложного в работе с опционами нет. Это очень удобное средство хеджирования рисков. Грубо говоря, с помощью опциона можно защитить себя от рисков, связанных с колебаниями котировок по акциям. Правда, есть кое-какие тонкости. Необходимо помнить, что в торговле опционами комиссионные расходы могут достигать значительного размера. Иногда на покрытие операционных расходов уходит до половины прибыли. Теоретически, возможны ситуации, когда потенциальная прибыль от сделки выглядит весьма привлекательно в сравнении с предполагаемым риском. Однако с учетом комиссии результатом подобных операций могут оказаться чистые убытки. В начале сентября ситуация на рынках очень нестабильная. Поэтому мы не знаем, в каком состоянии находится наш портфель. Но зато это знает наш брокер. Поэтому спросим у него, как обстоят наши финансовые дела. Как вы уже знаете, всякая нестабильность воспринимается рынками негативно. Поэтому в конце лета и начале осени мировые биржи почувствовали на себе давление со стороны сирийской проблемы. Беда в том, что из-за желания Америки срочно по кому-то победоносно отбомбиться, не способствует стабильности, скорее наоборот, держит рынки в состоянии еще большей неопределенности. Разумеется, проблемы рынков надо искать не только в Сирии, в той же Америке полно экономических проблем. Многие эксперты уверены, что надо продолжать стимулирование экономики, а представители Федеральной резервной системы заявляют, что будут сворачивать поддержку. В Европе тоже масса нерешенных проблем, ну а в России, как всегда, главная беда – это потеря капитала. Принимать какие-то решения в такой ситуации довольно рискованно, поэтому наш брокер не спешит с покупками. Наш портфель находится на данный момент в деньгах, потому что ситуация на рынке на данный момент не радужная, вот, единой тенденции нет, сектора ходят достаточно разнонаправленно. По сути, был определенный спрос до последнего момента, пока что еще остается в единственном секторе, это в нефтегазовом секторе. Вот, все остальное, по сути, под давлением находится, а растущей динамики уже не показывает. И потенциалы роста по многим бумагам достаточно несущественно остались, потому что если мы посмотрим, что произошло за лето, за прошедшие там 3 месяца, допустим, да, сильно отскочил металлургический сектор, вот, банки тоже самое отскакивают. Добавил проблем инвесторам Минэкономразвития. Ведомство понизило прогноз по развитию российской экономики. Само собой, инвестициям это не способствует. Негативно был воспринят отказ Центробанка снизить ставку рефинансирования. Из-за этого серьезно пострадал банковский сектор, который остается без ожидаемых инвестиций. Сырьевой сектор пока тоже в подвешенном состоянии. Единственные бумаги, которые чувствуют себя неплохо – нефтегазовые. Стоимость нефти превысила $110 за бочку сорта Brent. Это играет на пользу российской площадке. Тем не менее, общий фон остается негативным, хотя есть возможные варианты выхода на положительную динамику. Единственное, что может, скажем так, изменить вот эту вот негативную тенденцию, да, вот этот даунтренд, который существует пока что на рынке, краткосрочно, во всяком случае, да, то есть это наше заседание ЦБ нашего 13 сентября, где он может снизить ставку рефинансирования, ну и дальнейшее это заседание Федеральной резервной системы, оно будет, по-моему, 19 сентября, если я не ошибаюсь. И вот здесь вот уже как раз реакция рынков на то, в какими темпами вообще Федрезерв будет сворачивать свою политику количественного смягчения. А здесь, скорее всего, будет, как вообще они отреагируют на это событие, да? Отсюда будет зависеть, наверное, скорее всего, дальнейшая динамика рынка. На данный момент российский рынок пытается прорваться вверх, но успехи, прямо скажем, скромные. Периодически медведи берут вверх и сдвигают индекс ММВБ вниз. Ожидается, что следующая неделя тоже не принесет ясности, поэтому наш брокер не планирует закупать бумаги. Что касается меня, то я совершил 8 сделок, в основном с бумагами банковского и потребительского сектора.
Скажем так, большая часть сделок оказалась неудачной, но последний выход на бумаги Сбербанка оказался неплохим. Так что мой портфель вырос до 10 570 рублей. Честно говоря, пока мне просто везет. Для того, чтобы зарабатывать на фондовом рынке, необходимо знать, в какую сторону направляется фондовый рынок в данной ситуации. А для того, чтобы знать, в какую сторону направляется фондовый рынок, нужно знать, какие события влияют на фондовый рынок. А как узнать, какие события и как влияют на фондовый рынок? Надо спросить эксперта. Ожидание событий на Ближнем Востоке держит рынки в напряжении. В России сформировался узкий коридор, в котором движется индекс ММВБ. При этом большинство специалистов высказывается за умеренно отрицательную динамику. Лишь в четверг индексу ММВБ удалось уйти в свечку и показать прирост 11,5 пунктов. До этого рублевый индикатор изрядно штормило. Собственно, и сейчас эксперты не уверены, что рост сохранится. Новостей, способных повлиять на рост, практически нет. Ближайшая неделя, она скудна на какие-то значимые события, вот, но за исключением, наверное, 9 сентября должен состояться саммит Большой Двадцатки, где приезжает к нам Барак Обама и где лидеры 20 крупнейших держав и с экономической, и с точки зрения населения вот, будут обсуждать различные проблемные вопросы, ну, в том числе и экономического плана. Как правило, данные события сопряжены с достаточно благоприятной конъюнктурой на фондовых рынках, то есть инвестиционное сообщество благоприятно воспринимает это. То, что касается предстоящих дней, то здесь стоит отметить валовый внутренний продукт, который в среду выходит в еврозоне. Вот, предварительный, правда, но как бы он должен быть положительным, что как-то благоприятно скажется на фондовом рынке. Вполне возможно, что на рынке влияет информация из еврозоны. Отдельные показатели в экономике Старого Света оказываются даже лучше ожиданий. Но в целом состояние в Европе довольно напряженное. Гораздо важнее для российской площадки могут оказаться данные из Китая. 8, 9 и 10 сентября оттуда придут данные по торговому балансу, данные по инфляции и статистика по промышленному производству. От этих данных зависит рост в металлургическом секторе, который сильно зависим от состояния экономики в Китае. Чем лучше там дела, тем больше поставки сырья с нашей стороны. В принципе, сейчас уже можно предположить, какие позиции займет рынок при образовании выраженного положительного или отрицательного тренда. Скорее всего, мы останемся в боковом движении. Ближайшим сопротивлением является уровень 1380-1390 пунктов по индексу МВБ, ближайшей поддержкой 1350 пунктов. Ну и если мы пробиваем и выходим как вниз, так и наверх, а если вниз пойдет рынок, то у нас открывается дорога на уровень 1310 пунктов по индексу МВБ, ну и, соответственно, 1410 пунктов по индексу МВБ. Другими словами, рай для спекулянтов продолжается. Каких-то инвестиционных стратегий пока, если говорить о каком-то среднесрочном периоде на промежуток 2-3 месяца, говорить, наверное, не стоит. Акции интересны в своей, безусловно, долгосрочной перспективе в силу их крайней недооцененности. Но краткосрочные просадки по различным эмитентам в пределах где-то 5-7% мы не исключаем. Действительно, рай для спекулянтов пока еще не сошел на нет. В сложившихся условиях спекулятивная стратегия является оптимальной. Кстати, необходимо заметить, что российская биржа перешла на режим Т+2. Это когда расчеты по сделкам происходят в течение 2 дней. Переход оказался успешным. В ближайшее время инвесторы ожидают прихода денег на рынок из-за рубежа. Дело в том, что многие фонды, ориентированные на работу в России, привыкли работать как раз в режиме Т+2, и для них этот переход является привлекательным. Если придут инвесторы, то может начаться заметный рост российских эмитентов. Общий прогноз по сентябрю – 70% вероятности положительной динамики. Так говорит статистика. Ну, поживем, увидим. Это была программа «Личные деньги». Увидимся через неделю. Пока.